По всей видимости, когда ты воспользуешься вот этой вот функцией «сохранить и выйти», тут написано, что содержимое инвентаря будет сохранено. Так оказывается, что сама игра тоже сохраняется. Я, короче, нажал «да», потом я загрузил игру, и вот я опять с этого же места начал. О. Правда, я сначала загрузил сохранение. То есть, как бы получилось так, что я загрузил сохранение, и меня опять в той комнате с регенератором игра загрузила почему-то. И мне пришлось опять дойти до этого места. И тут я уже вышел, короче, сохранить, выйти, и уже тут оказался. То есть, как-то странно вот эта система вся, блин, работает. Так. Ой, вот он. Сука, блин, меня в угол зажали. Да я думал, это регенератор опять ебучий. Сука, меня прям зажали в угол, я прям ничего сделать не мог. Это что такое, гранаты? И еще я что хотел сказать. То, что вот. То есть, похоже, да, игра сохраняется, когда ты выбираешь. Прям вот там, где ты остановился. И еще я хочу сказать, что до этого момента я ничего не знал об игре. Я проходил вот первый раз, да, ничего не видел. Но я сделал перерыв, немножко не играл, и мой любимый ютубер Darkside Phil. Блин, ты дашь мне сказать или нет, сука? Он со своим другом Джоном Рэмбо в коопе проходит игру. И вот я начал смотреть их прохождение, и так весело, так прикольно, они вдвоем проходят, то, что я начал смотреть и досмотрел до того, как они до планеты дошли, так что наперед я уже несколько глав знаю. Вот, ну просто, если кто не знает, то что Darkside Phil, DSP, он мой любимый ютубер, и я уже 4 года смотрю его на ютубе. Вот, и я всегда все игры смотрю от него. Например, тот же второй Dead Space. Прежде чем самому играть, я посмотрел его прохождение. Мне игра очень понравилась, я ее стал играть. Вот, так что очень много игр я смотрю от него, и потом играю сам. Вот, а эта игра была одна из немногих, которую я начал играть, несмотря. Вот, но теперь так получилось, что я стал смотреть ее тоже. В общем, короче, я знаю наперед немножко тут, да, до планеты. Вот. Но, тем не менее, я никаких спойлеров, тому, кто смотрит, я ничего рассказывать заранее не буду, как будто первый раз играем. А. Просто вот до этого момента я ничего не знал, а сейчас я уже прохождение немножко посмотрел. Просто они играют в коопе, там интересно, очень прикольно, с комментариями весело, смешно, прикольно. Вот, чем мне одному, я уже говорил, то, что мне одному не очень хочется ходить, комментировать, как-то скучно. Вот, поэтому я их прохождение немножко посмотрел вперед. Что-то опасайся. Что-то will be blown to bits. Короче, будет взорвано тут. Это уже. Это нам тут уже пишут. Это спойлер нам тут написали. Что будет взорвано. Давайте пошли наверх, посмотрим, что там наверху. Что-то у меня в горле, блин, херня какая-то. Теперь показываю, что нужно туда идти. Ну, рубка связи, да, это сайд-миссия. А там вниз еще тоже показывали. Вот. Смотрите, короче, видите, тут бомбы. На вентиляционных шахтах. И там было написано, что там было написано. То, что будет взорвано. Так что можно догадаться, что эти бомбы будут взорваны. Блин, что-то у меня такое в горле-то. Ой. Так, значит, вот. Ну, эта лестница, она ведет тоже на второй этаж. Видите, тут у нас стазис, там взрывчатка внизу. Угадайте, ну, короче, понятно, что сейчас, короче, все взорвется. Там на стенке было написано, смотрите. Оба. Закрыто. Все. Все. Сейчас он, короче, взорвет эти бомбы. И со всех сторон полезут некроморфы. И нужно будет защищаться. Вот. Карантин включился, типа. Во. И все. Пока их не убьешь, дверь не откроется.
Вот, они, короче, прут со всех сторон. Блять! Сука, блядь. Плюющаяся тварь. Я не вижу ни хрена. Все мигает мне прям в глаза. Блядь. Бери стазис. Я нажимал, чтобы взять, он не взял. Что за хуйня? Бля, все мигает, я нихуя не вижу. Вот это хоррор, сука. Еще стазис. Жесть, да? Ой, этот мелкий. Кухоня! Там еще он наверху. Только где он? Вот он. Жесть, да, вообще? Сейчас не очень много их было. Еще где-то. Во. Еще плюющийся. Еще на стене. Еще один плюющийся. Музычка такая играет, вы не слышите? Тут еще одного мелкого замочил, но где он? А, нужно хакнуть эту штуку. Упс. Warning. Contamination detected. Quarantine lockdown activated. О, все, теперь закончится. All right, accepted. Все. Quarantine lifted. Please report this event to your superior officer. Вот это было жесть, да? Все мигает, ничего не видно, ну, плохо видно. Так. Еще внизу вроде кого-то оставил. Нет. Нет, никого нет больше. А, во. Я думал, это труп. А это стул. Так, все, теперь нужно в ту дверь идти. Жесть вообще, блин, была. Вот они вдвоем в копии играют, вообще так прикольно. Пошел нахуй. О-хо-хо. Так. No smoking. Не ту кнопку нажал. О. Ну, у меня, в принципе, патроны-то опять заканчиваются. Да? Ой, блядь, что это? Ой, ёб твою мать! Пиздец. Кто?
кто-то говорил, то что третья часть не страшная, тут один экшен. Да, да нихуя, блин, тут много всяких пугалок есть. Я убил двоих, а предмет мне дали только от одного почему-то. Ну ладно. Суки, обманули меня. Вот тут электричество. Buckle. Edwards has rigged some kind of electrical trap. Looks like a homemade job with a short-range transmitter. Short range, huh? Well, the control box must be nearby. What? If you can find it, I can shoot it. Thanks. Короче, boy. Когда они... Я сразу, короче, вижу, в чем отличие, да? Но они играли в коопе, я же в сингле играю. Короче, когда они играли в коопе, тут вот видите, вот эта красная штучка, она была закрыта. Один использует кинезис, поднимает синюю крышку наверх, а второй стреляет. А так как я играю в сингле один, то ничего поднимать не надо, нужно просто выстрелить. Вот и все. Вот сразу какое отличие какое. Так. А он сейчас пойдет сюда, во, и нарвется на электричество. Не, он не сдох. А. Я был уверен, что он сдохнет. А он не сдох. Так. Вон он. Так. Насколько я помню, третья должна быть очень хорошо спрятана. Нужно очень будет внимательно посмотреть вокруг, чтобы ее найти. Вот тут, например, вот где она, смотрите. Какой-то нарисован с рогами. Вот где? Тут ее нету. Там дальше в комнате ее нету. А вот она. Так, ну мы сейчас туда вроде спустимся. Так. Типа, давай, иди, мол, и открой. Сейчас откроем, блин. Ну, пусть на всякий... Хотя я стазис с собой возьму. Так, тут лифт. Тут еще стазис. Так. Это я апгрейд нашел. Перезарядка и обойма. Ну, тут целых три стазиса. А лифт разве работает? А, вот кнопка с другой стороны. Еще один. Так. Кто-то говорил, что игра не страшная. Да тут они постоянно на тебя выпрыгивают нафиг. Я помню, я смотрел, короче, да, их, как они играли. Ну, я ем там кофе, тьфу ты, пью кофе, ем печенье, короче. Вот, они, короче, подходят, там такой момент был, к двери. Ну, как обычно, дверь открывается, открывается, и вдруг неожиданно монстр выпрыгивает. Мы все так испугались, я чуть не поперхнулся, блин. Так что, блин, это... То есть, как бы обычное дело, дверь открывается, да, хуй буш-буш. Разве ждать, что монстр выпрыгнет? Конечно же, не будешь. Вот она так открывается, открывается, вдруг бац, короче, выпрыгивает. А-а-а! Мы все обосрались. Типа, не говори, что я тебя не предупреждал. Типа, это гробы такие. Ха-ха. Человеческие останки. Так.
твои похороны. Ничего. Меня сейчас хоронить будет. Ой, блин. Круто. Вот эта штука, мы стреляли, наверху мы были. Aren't you dead yet? Типа он удивляется, что я еще не умер. Я буду жить. Тик-ток, тик-ток. Тик-ток, тик-ток. А, это огонь. Так. Edwards rigged up some kind of gravity well. Yeah, I did. There was a spike in power usage from environmental control when the trigger. That must be where he's drawing power. Environmental isn't far from where you are, Isaac. Here, I'll send you the coordinates. Так, станок. Мы сейчас туда пойдем. Вот. Так. Я хочу это самое сделать апгрейд на урон. Обоим перезарядка урон. А урон я больше не могу сделать. Блин. А тут тоже не могу. Дерьмо. Патронов сделать. Так. А я не могу дробовик-то еще сделать на нижний блок. Не. А, вон, нижний блок. Нет, нижнее головичное оружие прям создать. Нет. У меня вроде был дробовик-то. Хм. Странно. Так, теперь у меня, короче, бот есть. И я, короче, выяснил, как им пользоваться. Нужно, короче, отпускать его не просто так, а именно в том месте, где есть ресурсы. То есть, вот, например, мы идем и ищем. То есть она просто так пикает. Пип, пип, пип. А она будет именно гудеть так каким-то звуком другим, если ты ресурсы найдешь. Вот там его надо отпускать. Тогда он намного больше ресурсов принесет, чем просто так. Видите, он показывает туда. Так. Блин, я вниз спускаюсь. Круто, да? Так, теперь опять наверх. Так, тут еще одна эта штука, вон она. Очень громкие звуки они издают. Так,
Вот, 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 видите, как поменялось то, что здесь показывает, и здесь. Вот, вот в таких местах его надо отпускать. Во, и тогда намного больше ресурсов принесет. Во. Пошел собирать. Все. А у меня ручка есть. Ага. Надо специальные ручки делать. Модуль поворотника какой-то. Так, что это? Чтобы открывать эти двери, нужно делать специальные ручки на станке. Цепь модернизации. Перезарядка. Темп стрельбы. Мне бы урон бы поднять. Патроны. Аптечка. Так. Сейчас можно, короче, быстро к станку вернуться и все это дело разгрузить. Но у нас и так места много, так что пошли дальше. Так. А идем мы куда? Вниз. This way to die. Типа, чтобы умереть, нужно туда идти. Он типа показывает. Вам не кажется, что мы идем как крыса в ловушку? Так. Блин, я рано выключил. Надо было подождать, пока он придет. Блин. Ну ладно. Че это? Так. Тут еще такая комнатка будет. Когда до нее дойдем, я тогда скажу. Очень, точнее, не очень приятная комната будет. Ну, а вот она, кстати, уже дошли. Так. Сейчас. Чем же она будет не очень приятная? Вы спросите, у меня, видите, тут взрывчатка, стазис. Несложно догадаться. Идти нам надо... туда. Вот, видите, опять будет шоу. И вот как раз в этом месте, где, когда он взорвет вентиляционные шахты, будет чекпоинт. То есть игра автоматически... Еще один артефакт. Игра автоматически сохранится. И если ты умрешь, ты с этого же момента продолжишь. Но она тебе не покажет то, что она сохраняется почему-то. Так. Вернемся чуть-чуть обратно. Отсюда мы пришли. Так. Все. Еще аптечка. Так. Вот еще одна бомба. И вот сюда надо идти в лифт как раз. Так, ну чё, я на самом деле не хочу, блин. Ну ладно, придется, придется проходить. Пошли. Так, подождите, где мне лучше встать? Чтоб они меня не зажали. Отсюда они полезут из вентиляции. Значит, тут стоять не надо. Можно тут стоять. Вот здесь. Тут вентиляции нету, отсюда они не пойдут. Тут можно стоять. Так. Плюс возьмем эту штуку, положим сюда куда-нибудь. Значит, я к двери и сразу сюда бегу. Тут встаю. Так. Еще вот это возьмем. Тоже положим вниз. Да они оттуда пойдут. Я, короче, выстрелю, и они стазисом заморозятся. Так, и еще у нас вроде была какая-то взрывчатка.
Во. То есть я себе такую небольшую... Это, кстати, составим. Такую небольшую оборону поставлю. Так. Все, наверное. Не, это я лучше оставлю здесь. Вот так. Если я буду тут стоять, то этот взрыв до меня, по идее, не должен задеть. Чуть подальше положим. Нужно на лестницу. Все, пошли. Блин. Лестница. Обратно. Пипец. Начнем, пожалуй. Компьютер, arm explosives. And detonate. Все, пиздец. Warning. Contamination detected. И музычка была. Кто? Откуда? Вон они, сука. Я даже не заметил, как они из вентиляции пришли. Из вентиляции. Что они не очень активно идут. Вот эта головоломка, потом надо будет ее решить. Похоже, они не хотят ко мне идти. Эти штуки надо поворачивать. О, взрывающийся. Нихера себе, блин. Еще. Нифига себе, я, короче, взорвал, сразу все нафиг взорвались. Пока они не идут, я аптечку возьму. Что они как-то не очень активно идут. Музычка такая играет. Короче, тут головоломка. А? Не, неправильно. Так. Не работает. Странно, почему же он не работает? Ха. Они должны по центру, где все гореть.
не понял. Это не крутится, не крутится. Во. Quarantine lifted. Please report this event to your superior officer. Короче, они не очень активно шли. И я, короче, когда тут стоял, да, этот полез, я взорвал, и сразу все вокруг взорвалось. И от него почему-то никакая вещь не осталась. То есть то, что я его тут взорвал, мне за это ничего не дали. Вот. Это самое, голема, конечно. Фу, ну чё, ну в принципе не очень сложно было. Я ожидал, что будет круче. Что они будут на меня прям конкретно так нападать все. Ладно, пошли дальше. Так сказать, отделался легким испугом, можно сказать. Так, давайте на этом моменте остановимся, и следующее видео будет продолжение.